Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В среду в Самарской области облачно, пройдет дождь. Температура днем плюс 11, плюс 13, ночью 7-9 градусов с плюсом. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя. Днем плюс 11, в темное время суток плюс 9 градусов. Северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, пройдет дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8 градусов. Восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, возможно гроза, плюс 12 в дневное время, ночью 7 с плюсом. Ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%, геомагнитное поле возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.